Тюменские экоактивисты поддерживают строительство межвузовского кампуса в областном центре. Напомним, возведут его в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Миноборнауки России. Еще на начальном этапе обсуждения проекта активисты предлагали продумать экосоставляющую от энергосберегающих технологий до новой жизни природных объектов парка и озера. Должны быть какие-то определенные участки, где студенты могут применить какие-то свои знания там, по эко, да, там, или посадки сделать, или там французский лекарственный там, садик. Но это не должно быть как потребительство. Вот вам все построили, и вы только там живете и что-то потребляете. Если правильно, ну, можно сказать, выстроить этот кампус и вот это вот правильное воспитание, то наоборот, этот, в принципе, парк может ожить. Понимаете, да, за счет даже молодежи. И ну, можно разных мероприятий много проводить там, рядышком как раз. Вот я так считаю. И тоже озеро благоустроить, а не то, чтобы оно там зацвело.